Итак, слушайте меня внимательно, чтобы не повторилось то, что произошло позавчера. Как только гонки закончились, сюда подтянулись копы, сразу же взяли машин 20. Они в курсе, что здесь происходит, не стоит лишний раз показывать свою крутизну. Участвует немало знаменитостей, и одна из них – Райан Купер. Портрет этого молодого человека украшает.
Джу Такеси Сата из Аппинсблая. Эй, Паки, пожалел бы детишек. Когда Такеси садится за руль своей S15, он превращается в монстра. Восторг для зрителей и нож по горлу для соперника. И есть на что посмотреть. Итак, посмотрим. На сегодня у нас намечен... Друзья мои, сегодня мы были свидетелями замечательных гонок. Все участники полностью оправдали наше ожидание, особенно хочется отметить Райана Купера, этот уикенд оказался для него поистине победоносным. Еще немного, и он поставит новый рекорд суперпромоушен. We'll be right back.
хорошо, что на наших гонках победитель... Да, хорошо, что на наших гонках победитель не забирает машину проигравшего. Иначе Райану Куперу сегодня пришлось бы открывать автосалон. Он стал абсолютным лидером этого уикенда. Все остальные просто отдыхают. Итак, сегодня мы собрались на Уиллоу Спрингс, чтобы посмотреть шоу «Супербобуш». Спасибо всем, кто не поленился приехать. С утра ребята уже показали нам высший класс, байкерский клуб на трассе. Интересно, что будет дальше, определенно что-то невероятное. Обратите внимание. Показать можно? Теперь вижу. Теперь можно продолжать. Всем внимание. Прошу минуту внимания. Владелец машины маленькой серии машины неизвестной марки с номером MFS Carmona. Владелец серии машины с номером MFS Carmona. Ты припарковался прямо перед нашим фирменным тентом. Отличное место, но твою машину сейчас просто снесут, если ты ее не отгонишь. Разберись там, хорошо? Спасибо. С вами Джей Мак, я веду сегодняшнее шоу, и могу с уверенностью сказать, что впереди нас ожидает еще много всего интересного. Перерыв 10 минут.